Так, ну что, сейчас загустеет. Загустеет. Геркулес сейчас возьмется под гречку. Сейчас пойду выпущу их. Пусть побегает морозик. Десяточку стоит. Пусть они там доводят своих мамаш. Златка, белко не там вешаются от этих. Ну, сейчас загустеет. Ливерок с обрезью говяжьей. Куртка не застегивается, так пойду, Саш. Ну что вы там, Злат, что вешаешься, да? Так-то почини. Видите, ни машин, ничего нема. Он снег подчистит тут. Сейчас выпущу. Зверинец. Хватит. Волчан, хватит истерику. Солом вам накидал, он носил. Видно. Что, не ел совсем. Сейчас заберу миску. Это сейчас к шкуре тоже. Пока нет никого. Хватит! Куда? Куда? Ушла! Ей прям. Чё орёшь? Ну все. Уши отсюда! О! Эвелина. Так, надо ваши миски забрать в тепло. Что-то там разбор какой-то. О, кус какой-то подцепила на хвост. Бел, что у тебя с лапой? Оттягивает ее назад. Подмерзла? Пойди ко мне. Пойди ко мне, дай. Дай посмотри. Какая. Да согни ты ее. Что-то таскают. Бела. Все довольны. Дай ты. Чеза, ну-ка ушла оттуда. Шастает она везде. Он с кустом так и бегает. Снег слетел. Волчан. Волты, ты че? Фу! Фу, иди ко мне. Волчан. Да что ж ты мне обсываешь? Ты... Иди ко мне сюда. Ко мне иди сюда. Ко мне. Волчан, ко мне. Волчан. Волчан. Волчан, ко мне иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Что это такое? А? Морда. Сейчас койор увидит, он тебе даст. Люля. Чеза! Пришла она. О. Игрушки. Дурдом какой-то происходит сейчас. В данный момент. Куча мала. Сейчас они на чистом. Златка-то играет. Сегодня собаки в играх, в ударе, в мороз. Подкидывают что-то, сами с собой уносятся. Понравилось утеплителем щенкам носить. Якут! Что-нибудь там наверх ходит. Белкуня!
Дурдом на выезде, короче. Носит, оторвали друг у друга. Сам принцип носить. Все втроем несут кусочек утеплителя. Ну, вот так вот щенки бегают, развиваются, когда в движении, плюс снег. И они прям волчана разбирают. Телок, телок. Вырос телок, здоровый, растянутый, высокий, на лапах. Каюр прям вообще такой четкий стал. Одетый. Шкура плотная, шуба. Вот сейчас вот он видно, что он уже раздался. Грудак у него, все дела. Такой заматерел. Вот сейчас вот видно, что он заматерел после как развязался. Вот. Такой мощный. Все носят что-то. Белкуни что-то носит. Это вот Белкина отдельно. Я так по чуть буду снимать для архива, для памяти щенков. Вот. Златка начинает со своими играть. О, дерутся там. Да они ходили ко мне туда, в будку ко мне. Взяли этот утеплитель. Вот играется он со своими. Вот Ярта подошла. Но она Белкиных не любит. Вот своих воспитывает. Играется, пытается. Белка со своими тут. Вот. Хвосты уже на второй круг у Белкуниных закручиваются, упираются так в спину, что мам не горю. Я думаю, что у Ярты будет прям ровно на спине. И у Якута, вот он Якут, ой, он прям ровно они будут. Хвосты, как и у самой мамаши. Пошла пошакалить. У всех соломка посыпана. Златка занимается сучонкой. Наколка такая яркая. Большие наколочки, хорошие видно. Прям все заковырялось, заковырялось. Кобелек пришел. Да, взяла, отняла. Самой поиграть. Бел, все? Нет там нифига. Каюр! Улегся. Что-то еще несут. Синюю теперь какую-то фигню бросил. Каюр! Только тронь! Да, дай ему люля. А по носопатке? Че ты сюда пришел вообще? Кашу не ешь? Совсем оборзели. Обнаглели. Что характерно. Охренеть, сколько собак. Зверинец. Все, под прицеп начали летать. Че загоняет волчана под прицеп. Хватки нет. Каюр, пошел гулять. Пошел. Иди гуляй. Иди гуляй. Да что ж. Пошел. Каюр нельзя. Ушел. Ушла отсюда. Ушла.
Чеза! Все отнять у них надо. Уши домиком складывает. И этот. Потому что ушки слабенькие, но как слабые. Ну, большеваты такие эти. И они складываются немножко. Так интересно, как у овчарок вот немецких тоже ушки складываются. Каюр, я тебе сейчас укушу вот сюда. Пошел гулять. Пошел гулять. Ушки складываются вместе домиком. Классно так смотрится. Тяжеловато для головы, и они поэтому немножко идут на этот. На соединение. На макушке. Красивые, статные будут. Кай, Волчан, я только там все чистил. Волчан! Ты понимаешь русский язык или нет? О, ухо тебе разодрал, каюр. Ну-ка, поди ко мне сюда. Ко мне подойди сюда. Цепанул где-то весь в крови. Ко мне подойди. Кончик задел, да? Где? Так, сколько у нас щенков? Так, три. А где еще были? Вроде как бы. Тут тропы у них нет. Вот они. Все, у Чеза были в гостях. Чез заводил свои гренады. Что-то они все копают в этом снегу. Злат. Чеза. Он будет сейчас кормить их. Лес прям. Им любопытно, интересно. Это весь в крови идет, как монстр. Вот взяла, зачем тебе это, непонятно, да? И эта битва только начало. Когда, если волчан войдет в силу и будет стоять, конечно, на своем уровне, лечить обоих. Еду я сейчас заберу у тебя. Потому что... Каюр, иди гуляй. Пошел гулять. Будут биться насмерть. Шить обоих, лечить обоих. Волчан! Ну хватит на мелкий мне потом убирать! Что ты делаешь, блядь? Что ты делаешь? Ушел! Лишь бы разорвать на мелкие-мелкие, блядь! Ушел! Ушел! Что в машине ничего оставить нельзя. Все на мелкие. Целлофан или что-то еще. На мелкие-мелкие надо. Все разорвать. Они играют. Волчан! Волчан! Ну ушел, блядь! Ушел, блядь! Сейчас соберу все. На лопате. Весной потом будет все валяться. Ну, видите, насколько? Все надо на маленькое-маленькое все. На микро. Ладно, тут щенки разбрелись. Пойду я сейчас им заберу миски. Вот такое, вот такие дела. Без машины как-то, да, непривычно. Нет машины. Неделю не будет машины. А то и больше.
Ну что сделаешь, мы огромная, большая, гигантская семья. Нихуя не поделаешь, хули там. Ладно, все,